Токен-холдеры охотно отдают голоса. Монета PlusCoin размещена на голосовании на бирже EUCoin. Голосование предназначено для включения криптовалюты в список активов, с которыми EUCoin проводит операции по продаже и покупке. Для участия в голосовании посетители сайта регистрируются, затем выбирают в списке криптовалют соответствующую позицию и подтверждают свой выбор. Помимо пятерки самых капитализированных монет – биткоин, эфириум, рипл, лайткоин и нем – наибольшее количество голосов уже набрали Электро, Лиск, Хронобанк, Сон и PlusCoin. До конца голосования осталась одна неделя.